Ну, прежде всего, я хочу поздравить ставропольских болельщиков с этой победой. Да, далась нелегко, но мы проявили характер, мы хотели привести в Ставрополь большой футбол, потому что очень давно его не было. Я очень сильно благодарен своей команде, своим пацанам. Они настоящие мужчины, настоящая команда под названием «Динамо Ставрополь». Я этой победой горжусь.